Тайган постоянно расширяется, достраивается. Каких-то животных во время пандемии подарили цирки, зоопарки. Ну, подарили или как-то купили, потому что не было возможности содержать животных. Не здесь, вот какая-то площадь со статуями. Я хочу покормить, пойти гиен. Вот только я забыла, где я их нашла. А тигры, львы в этом году спрятались. В прошлом году было пасмурно, хорошо. О, тут теннисный корт даже есть, надо же. Вот. А в этом году они все попрятались, валяются. О, это кто такой? Это страус. Валяются, спят все.